got a nigga mad. То место было кладезем электроники. Я нашел много полезных вещей. Там было столько устройств, что мне бы понадобился фургон, чтобы их вывести. Без шуток. Деньги тают на глазах. Поэтому я решил поработать в качестве клоуна на детских праздниках. Клоуна? Как я рад, что меня там не было. Это уж точно. Поверь, братец, современные детишки — это маленькие монстры. Так что я с трудом выбрался оттуда живым и направился к месту встречи с Доном. Но фургона там не было. На что ты жалуешься? Ты же благополучно добрался до фургона. Да уж, еле ноги унес. Дон? Заходи, Дон. Мик, это ты? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Тайсон Сильвер. И сегодня мы будем играть в миссию исчезновения. Мы играем за Микеланджело, это 4-я миссия. Ну, в общем-то, давайте ближе к делу. Что могу сказать о Микеланджело от себя? Ну, в принципе, норм парень, но самый младший из братьев черепашек-ниндзя. Самый смешной, самый глупый, и ему очень часто дают подзатыльники, в частности, Рафаэль. В общем, погнали, ребят. Вперед. Тоже еще. Слушай, у меня тут такое дело. Можешь подойти сюда? Конечно, без вопросов. Спасибо. Я хочу подняться как можно выше, чтобы никто меня не видел. Ладно, Мик, этот костюм не так уж унизителен. Пока нет, но мысль хорошая. Раскручивая в воздухе нончаки и применяя технологию блокировки, Мик может зависать в воздухе и улетать прочь. Так, ну что же, мы уже середину миссии прошли. Не отношусь я, конечно, серьезно к персонажу Микеланджело, но, блин, ау. Ну, не знаю, мне он как-то не нравится, ребят. Это мое личное мнение, черт, что-то сделал не так. Вот, все, ну ладно, давайте хотя бы так запрыгнем, какая разница. До этого я запрыгивал спокойно, просто отталкивался от другой стенки. Так, ребята. Микеланджело я не очень-то и люблю. У него нет изюминки. В частности, вот, например, в тех же черепашках-ниндзя 1987 года, когда все черепашки, в принципе, были шутниками, и там шутил не только Микеланджело, но и тот же Рафаэль, то есть там Рафаэль был вообще другим. О, это пора! Какой еще пора? Парад мне! Понятия не стало. Там Рафаэль был другим, и его шутки очень часто подчеркивались. И там Рафаэль был, в частности, большим разрушителем четвертой стены. То есть он понимал, что он в комиксе, он в фильме. В общем, так же, как и Дэдпул, наш любимый. Он понимал, что он в комиксе, Дэдпул, так же, как и Рафаэль. Ну и то же самое касалось и мультфильма. То есть он мог спокойно говорить со зрителем, с читателем. Вот, я одну монетку пропустил, ну ладно. Так, где мы? А, вот мы. Так, ну да, в принципе, сейчас будет драка. Эй, взгляни на того ребенка, ну, давно в глупом костюме. Дружище, с такой рожей, как у тебя, я бы от тебя молчал. Что за это? Держите его! Ну да, траль прям. Совершенно восхитительно!
Отлично, погнали дальше. Поднимаемся сюда. Так. Куда потом? Я же забыл прям. А, да, ненавижу. Да против ветра надо идти. Ой-ой-ой! Полегче. Дон! Ой. Дружище, это стена, токсические отходы. Ой. Да, вот, да. Сучком. Ауч. Да, случайно, извини, Майки. Совершенно восхитительно. Так, сюда. Да. Опа. Отлично. Скорее бы уже эта миссия закончилась. Вообще не люблю Майки. Фу. Не такой он классный персонаж. То есть, и очень слабый. Он среди братьев. И он даже толком-то не относился серьезно к ниндзюцу. Уж любил комиксы и прочее. Ну и что? Так, ясно. Да. Он так больше похож на лягушку Буку. Там вообще пьяный. На свиней каких-то прыгать. Че это вообще? Боже, че за дебилизм, а? Создатели, походу, решили своего юморка добавить. Создатели. Я думаю, что утечка идет из одного из этих баллонов. Ну и куда дальше? О, нет. Давай, 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 долетай, долетай. Фух. Ну и куда? Теперь. Черт. Эй, ты куда лезешь, придурок? Только не это! Ну да, тех он правил, а эти точно так же выглядят, я уволил только не это. Ну реально, придурок. Пурпурные драконы хоть раз сказали истину. Где хам? Лучше бы его добавили сюда. Представляете, этот качок из мультсериала 2003 года. А, вот это вот просто жесть. Отлично. Куда теперь-то? А, сюда. Да, очень увлекательная миссия. Нужно время от времени передохнуть, чтобы восстановить силу и сосредоточиться. У них что еще, ХП самовосстанавливается? Не чаще. Я был на это правильно, они же все равно с неограниченными попытками возрождения. И спокойно нажал на пробел и все. Так. Погнали. Спокойно. Так, 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 тихо. Ай. Фух, меня аж трясёт. Контрольная точка. Отлично. Эй, Дон, ты когда уже эта чертовая миссия закончится, лучше я еще поиграю Донателло. Или Рафаэлем. Конечно, лучше Рафаэлем. Уху-ху. Наконец-то реклама принесет практическую пользу. Прям так намекнул вообще на ней. Теперь ясно, понятно. Лучше не стало. Совершенно восхитительно! Только не это!
О боже. Мне казалось, что у Майки только из костюма только вот этого. Главный убор черепахи. А вот ты что-то смотри, ну тут замок найти, блядь. Лучше полностью черепаху переоделся. Ну нормально, да, так черепашка переоделся в черепашку. Нормально, все хорошо. Я доберусь до тебя. Я купил пиццу. Я задушу тебя в объятиях, братишка. Лол. Донни, Донни. Ауч. Я не могу справиться с ветром. Попробуй снова использовать ключаки. Нет. Кстати, по комиксам Донни вообще типа умрет. Но типа Бибоп и Рокстеди прибьют на панцирь, разобьют, он один будет. Вот на момент они придут и прибьют его. То есть нормально, да, Бибоп и Рокстеди не такие, блин, просто днище. Они что, убьют черепашку, которая, блин, пережила со своими братьями нападения инопланетян различных и прочие смертельные угрозы. Ну и серьезно вообще. Я, конечно же, хохотал над этим. Но, кстати, потом оказалось, что все-таки Донателло не умрет. А он будет, типа, то ли между мирами, или в коме, что-то такое. То есть он не умрет, так что не переживайте, фанаты Донни. С Донни все будет хорошо, это просто огромный спойлер. Сегодня не сказал. Так, опять эти пурпурные драконы. Боже мой. Уйдите вы уже. Вот сейчас мы ему вмажем. Давай, давай, давай. Вставай, вставай. Опа! Нормально. Ну вот, короче, как-то так, пацаны. Но бой, конечно же, не завершен. Что? Сейчас еще появятся ребятки. Поэтому мы их просто должны ждать. Мы уже все во внимании. Давай, Микки. Тащи. На втором этаже еще больше красных драконов. Какие роботы? Че? Я что-то не услышал, походу. Я не понимаю бред Марки. Ну да, скорее всего, так. Да. Дон, ты что, припарковал фургон рядом с заводом по их планированию? А, это типа роботы, ясно. Ничего себе, прям завод поклонился. Дружище, о чем речь? Ну что же, мы миссию выполнили на оценку 5, время на 5 с плюсом, общая оценка 5 с плюсом. Мы собрали с 58 монет 57, то есть одну монетку мы все-таки не собрали. Но вы помните, я как-то давно пропустил. Ну да ладно. Все, отлично, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.